значит, как сделать гидроизоляцию. Это такой, говорю, фильм, говорю, секретный. То есть все по таким страшным секретам один раз в интернете покажем и все там через неделю сотрем. Ну вот кто успеет, тот посмотрит. Смотрите, как это. Вот раньше я работал циразитом, циразит 65. Это смотрю, какой-то мне другой мешок. Цементная гидроизоляция обмазочного типа. Ну, похоже, видать, другая фирма делает, ГОСТ такой-то. Ну я почитаю потом. Значит, смотрите, я вам покажу сначала цветочник. Видите? Вот видите цветочник. Видите, вот такой цветочник у нас. Он сделан из цемента. Его надо сделать гидроизоляцию, чтобы он не дренажировал, и краска не отлетала, и держалась вода. И там он еще у нас большой цветочник. Смотрите, я покажу его. Ну, отсюда видно. Вот тот. И тут будем делать гидроизоляцию. Циразит 65, он, короче, 5 килограмм на метр квадратный, чтобы делать водоемы. Ну, для гидроизоляции цветочников столько не надо. Давай, Сема, этот самый... Выйди, высыпай. Ну, сейчас тоже мешать будешь, он высыпать будет, да. Высыпай, туда. Высыпай. Сёма, а ну-ка сюда. Еще высыпай, чтобы оно жидкое слишком. Высыпай, высыпай, высыпай. Воды много. Еще, еще, еще. На, смотри, перелезь туда, вот это, перелезь туда. Да, высыпай. Перелезь оттуда, оттуда, вот. Так, перелезь оттуда, а то жидкое слишком, видишь? Нет, то много, перелезь сюда, половина сюда. Забирай. Вот смотрите, видите, такая жидкая. Все, думал, красивый фильм сниму. Получается, что мы даже не повторим его. Прыгай туда. Прыгай туда внутрь. Так. На, ставь сюда. Ставь сюда. Вот смотри, ставь сюда. Бери кисточка, смотри. Так, вот так кисточка, смотрите. Вот так вот берешь и мажешь. Смотрите, все. Вот бери. Кисточка так вот. Видите, я умею. Вот так, да. Дай. Смотри, можно так вот, если по-быстрому, можно двумя кисточками, или просто купить большую. Вот смотрите, на, видишь, так двумя хорошо, видишь? Это так, на. Вот смотрите, вот так вот делается гидроизоляция. Ну, вообще, чтобы для водоема надо 5 килограмм на метр квадратный, но это я не прочитал, что он привез, ну, принцип один и тот же, все. О, отлично, давай дальше иди. Оно потом чуть-чуть начнет подсыхать. Смотри, дай-ка еще. Ну, они говорят, там по науке можно крест-накрест. Ну, я позже, допустим, не знаю, это умничать. То есть здесь, если хорошо его покрывать, смотри, задирай, чтобы потеков не было. Ну, вот простая ситуация, больше разговоров. Чем вот очень современные технологии, они очень прекрасно работают. Я когда делал первый водоем еще по совдеповским технологиям, я пленку брал, потом жидкое стекло брал, потом паял ее паяльником, черную пленку, потом заливал водоем, и он весь у меня был в подвале. А тут нашел вот такой циразит 65 и просто его стал применять, и вот уже десятилетиями. Ну, может, есть и другие современные материалы, которые уже много фирм выпускают. Ну, суть одна. То есть вот помазал ее, и, ну, если на водоеме мы еще один слой накрываем, сетку берем и раствором, чтобы мороз ее не разрывал. А так мы вот, ну, для цветочника ничего с ним не будет. Он просто, вода с цветочника не будет дренажировать и, ну, протекать через стенки, и не будет краска. Мы же покрасим водоем. Вот смотри, не пропускай, на. Нет, не, бери ближе. Вот, грубо говоря, там сколько, 25 килограмм на 5, ну, на 5, на 7, ну, грубо говоря, вот того мешка надо, чтобы можно покрасить вот этот цветочек, мы, думаю, покрасим. Там 3 ведра, ну, можно сделать жиже, гуще,
ну вот такой густоты кисть не пропускает. Смотри, видишь, вон у тебя пропуски, забей его, чтобы оно. А он сейчас немножко разбухать будет. И, ну, лучше, чтобы, конечно, он постоял. Но так как у нас видеосъемки, Голливуд, то нам мы побыстрячку делаем, чтобы показать. То есть вот такая вот простая ситуация. Он, смотрите, уже он белеть начинает, смотрите, моментально бетон забирает влагу, и он становится как стекло. То есть я считаю, что вот этого достаточно. То есть давления здесь нету никакого, водяного столба нету. И поэтому просто прокрасим, чтобы оно держало воду. Ну вот, вот такая. Сейчас пойду гляну еще, что там с тем водоемом. У нас Сема, смотрите, уже. Сема, а ну-ка. О, Сема молодец на два этих. Вот жиденький он сейчас разбухнет хорошо. Вот, смотрите, вот получается у нас почти три ведра вот таких вот на 25 килограмм. Ну все.